Всем привет, дорогие друзья! И это новый выпуск о товарном бизнесе, где в основном мы занимаемся перепродажей одежды. И в последнее время она идет, ну, прям что-то не очень хорошо. И тут мне пришла в голову идея, а почему бы не заказать, ну, скажем, кроссовки? Ведь уже на носу весна, а не за горами лето. И всем нужны дышащие, красивые, модные подкрадули. А у кого они могут, кроме меня, купить? Ну, правильно, ни у кого. Поэтому и было принято решение покорять новую нишу. Но давайте и вы покорите мое сердце. Набрав под этим видеороликом 300 лайков и 600 подписчиков. Не забывай также про комментарии и про мой телеграм-канал, где каждый из подписчиков имеет шанс заработать. Но самое интересное вас ждет в конце видеоролика, поэтому обязательно смотри до конца. Всем привет, друзья! На улице наконец-то начало теплеть, наступила весна, и просмотры на Авито начали увеличиваться. И в честь этого я решил закупить новый товар и опробовать новую нишу. Это кроссовки. В прошлом году я ими занимался, и это нехило забустило мой бюджет. Как раз-таки примерно в это время. Не, наверное, даже чуть-чуть попозже. Но мы зайдем на рынок пораньше, чтобы опередить всех конкурентов и заработать хоть какую-то, знаете, репутацию по продаже кроссовок. Чтобы люди уже сейчас начинали брать и советовали, например, своим друзьям, ну и тому подобное. И в этом выпуске я решил закупить партию на 17 тысяч рублей, она уже ко мне едет, давайте посмотрим, что же у меня с этого получится. Ребят, получается, получили вот такие две посылки, тут две коробки, товар будет весенним, будет летним. Товар подойдет в любое время года, так что следите за новостями, скоро будет распаковка, скоро будут обзоры, так что следите, скоро все будет. Погнали ее распаковывать и посмотрим, что нам прислал поставщик. Ну что, вот такие нам пришли коробочки, достаточно в хорошем состоянии на самом деле. Вау, выглядит просто суперски бомбово. Осмотрев кроссовки, мне они показались очень модными и прикольными. Но это не все, давайте до конца распакуем то, что нам пришло. Подарок от Никитоса. А, на какой iPhone это? На 13. На 13 iPhone мне подарок прислал поставщик, хотя у меня 11. Ну ладно, это будет цель, к чему нам двигаться, чтобы надеть чехол на этот телефон. Любимому постояннику и вот такой вот коврик. Правда, выгладить нужно Gucci. Так, подарки мы получили, все распаковали, и сейчас пойдем фоткать, и после чего будем выставлять, заниматься масс-постингом и, в общем, уже реально работать. Ну что, друзья, мы все отфоткали, все сделали. Осталось только доехать домой. Сейчас я довезу эту коробку. Мне мама поможет. И после чего я буду выкладывать на Авито. Кстати, сам на качество я посмотрел, а вам забыл показать. Поэтому давайте это исправим и посмотрим. По наполнению у них вот такой пакетик. И сами кроссы идут просто. Вы посмотрите, какое бомбовое качество, как все блестит. Баллон настоящий. Язычок. Все очень-очень круто. И плюс еще с рефлективом. Ну, в общем, кроссы бомбовые. А раз бомбовые, то нужно выставлять, причем в большом количестве. И если честно, масс-постингом я пользуюсь впервые, поэтому с этим возникли проблемы, и я выкладывал это полночи. А чтобы вам не сидеть так всю ночь в поисках правильного подхода к продажам на Авито, хочу вам посоветовать своих друзей из Авито Про. Ребята занимаются раскруткой ваших аккаунтов, а также объявлений на Авито, что, естественно, повышает ваши продажи и делает их более регулярными. Регулярно проводят прямые трансляции у себя в Телеграме, где помогают своим подписчикам, отвечают на их вопросы. Кстати, мне они уже помогли и ответили на все мои интересующие вопросы. А самое крутое, что они проводят обучение авитологов, ведут тебя за руку до результата с перспективой работать у них в Академии авитологов, и в первую неделю ты уже начнешь зарабатывать. Кстати, можно оформить в рассрочку. В общем, по ссылке в описании тебя ждет все для ведения успешного бизнеса, а также для того, чтобы ты не потерялся в мире перепродаж на Авито. И по нашему промокоду Авито Про скидка 5% на обучение и продвижение аккаунта авиатологов. Обязательно переходи, ведь предприниматель должен развивать как и себя, так и свой бизнес. Итак, ну все, я закончил. Думаю, на сегодня хватит. Выложил 5 объявлений на разные города. Поэтому ждем завтра и посмотрим, какие просмотры будут и будут ли вообще писать люди. Ребята, сейчас мне пришло на телефон сообщение, что моя посылка приехала. Это еще одна посылка, о которой я вам не рассказывал, но я вам так подскажу. Это новый вид рекламы, который я использовал в одном из видеороликов, и он достаточно хорошо себя показал. И вот я решил еще раз реализовать.
Только чуть-чуть по-другому. Изменил дизайн, и сейчас мы пойдем на СДЭК, а в конце видеоролика я вам покажу, что же мне пришло. Будет такая распаковка под конец, поэтому обязательно досматривайте до конца. Спасибо. Ну что, посылку я получил, вот она, вот в такой коробочке. Пока что я не покажу вам, что там. Чуть попозже, в конце ролика, распакуем, посмотрим. И уже на следующий ролик есть идеи, которые мы обязательно будем реализовывать. Поэтому обязательно оставайтесь со мной и подписывайтесь. А давайте пока узнаем, что же у нас по масс-постингу. Я довыставлял еще некоторые объявления. И вроде даже есть какая-то заинтересованность, лайки и просмотры. Ну а вот первый клиент пришел совсем не от Авито, как я ожидал, а от моего друга. Короче, какие дела? Сейчас я изначально ехал в военкомат, но резко свернул, потому что мне позвонил друг и сказал, что его друг хочет купить кроссовки 42 размер. И что может быть важнее продажи, развернул маршрутку и поехал обратно домой. Дела уже поставил на второй план, поэтому идем сейчас продавать. Вот он, нужен нам размер, погнали отдавать. Ложку я с собой взял. Вот, даже ложку взяли. Это вот это? Вот это сервис. А то, блин, на этих приехали, ложек нету, блин. Свою потеряли даже. Давай, короче, я тебе сейчас скину, если что. Окей, давай. Ну что, с почином меня. Первая продажа есть. Отлично, заработали, блин, не помню. Вот здесь, короче, подсчитано, сколько уже заработал. 4000 продано. Я очень рад, на самом деле, что хотя бы уже что-то есть. Ну так что, как и обещал, давайте будем сейчас распаковывать, что мне пришло, узнаем. Я не знаю, как они так упаковали, капец. Пришли, родульки, давайте сделаем на них обзор. Вот такие мне пришли визитки. QR-код можете поставить на паузу, он читается. Здесь у нас, что у нас вообще присутствует, обувь, одежда, доставка по всей России и то, что все удобно, все в мобильном приложении. Вот такие визитки мы будем отдавать промоутерам, наймем их и будем еще также сувать там под двери, на лифты, ну и тому подобное, чтобы люди приходили и уже осуществляли продажи через Telegram, потому что Авито блокируют аккаунты. В общем, не очень удобная платформа. И попробуем развивать Telegram. Два дня спустя погода наконец-то улучшилась. И сегодня мы пойдем раздавать визитки. А какой результат мы получим, вы увидите в следующем видеоролике. Он будет более поучительный. Там расскажу я про масс-постинг, какой результат он мне дал за неделю использования, что вообще, какие деньги я потратил, сколько я вложил в кроссовки. В общем, будет такой подсчет, сколько потрачено, сколько заработано и по большей части обучение. Поэтому оставайтесь обязательно со мной, смотрите за моими ошибками и не допускайте в своем бизнесе. Всем хороших продаж, удачи и до следующего видеоролика.